Для оформления карты с пятами банка потребуется только паспорт. СМС-оповещение необходимо клиенту для контроля своих расходов и приходов. Также, если у вас каким-либо образом третье лицо попытается снять средства, вы сможете своевременно заблокировать свою карту, позвонив на наш колл-центр 6565, который работает 24 часа в сутки. Оформить карту можно на 16 лет при получении паспорта. В данный момент все наши карты имеют статус неактивен. При получении карты клиенту необходимо сначала активировать свою карту, сменив пин-код в наших постерминалах или банкоматах. Таким образом, клиент сам активирует свою карту, либо с помощью наших сотрудников в наших филиалах и центрах банковского обслуживания. При снятии наличных со всех устройств все без процентов. Есть нюанс, то, что со стороны другого банка может взиматься процент. Пин-код – это четырехзначное число, которое генерируется на листочке и выдается клиенту. Но в нашем банке пин-код устанавливает сам клиент. Таким образом, он сам имеет доступ к своему пин-коду. В случае утери этого пин-кода наш клиент может со своим паспортом обратиться в наш филиал или ЦБО, и мы за 2 минуты буквально можем восстановить ему пин-код. Безопасность карты напрямую зависит от наших клиентов. Мошенники никак не смогут снять ваши кровно заработанные средства, если вы сами не сообщите им информацию о ваших карточках. Также наши виза-карты имеют защищенный протокол 3D Secure, который добавляет дополнительную авторизацию при онлайн-покупках. Помимо указанных номера карты, имя, фамилии, срока действия карты и CVV, протокол безопасности переносит вас на страничку банка-эмитента, где требует ввести код, отправленный на ваш номер телефона, который вы указывали при получении карты.